Уже позади, первые холода не заставили себя ждать. В этой программе «Комфортный город» обсудим, насколько Чебоксары готовы встретить зиму со снегом и гололедицей. Олег Георгиевич, как город готовится к зиме и когда начинается этот период подготовки к осенне-зимнему содержанию городских дорог? С 1 ноября по 15 апреля начинается так называемый осенне-зимний период. Город к 1 ноября, точнее подрядная организация, которая занимается содержанием городских дорог, готовит технику, значит, переводит ее на зимнее оснащение, на комплексные дорожные машины навешивается зимняя навеска. Заготавливается песчано-соляная смесь, в этом году это 44 тысячи тонн. Как должны чиститься дороги? Сколько там не должно накапливаться, например, на ступеньках, как все должно быть очищено? Да, это все регламентируется требованием ГОСТа. При выпадении осадков более 5 сантиметров не допускается, во-первых, нахождение снега на уличной дорожной сети. Значит, если снег до 5 сантиметров, в зависимости от категории дороги, вывозится от 3 до 6 часов, то есть 3 часа это, грубо говоря, улица, там, например, Калинина. А там 6 часов, это, например, улица, ну, допустим, Асламаса, да, там, которая небольшая, с невысокой интенсивностью. Uh-huh. То есть в эти регламентные сроки должна очищаться поверхность дороги от снега. Снег прижимается к бортовому камню, очищается проезжая часть, чтобы не было наледи, наката. Вот. А потом уже, в зависимости от, опять-таки, категории улицы, есть регламентные сроки по вывозу этого снега с территории города. То есть это там до 12 часов там, где-то. Угу. То есть, опять-таки, в зависимости от категории дороги. С тротуаров тоже снег вывозится. Также есть регламентные сроки нахождения снега на тротуаре. Ну, поэтому все это очищается, все это контролируется. Бывает так, что подрядчик недобросовестно выполняет свою работу, либо не выполняет вообще, и люди жалуются. Вы применяете какие-то санкции к подрядной организации? Бывают такие ситуации, когда не то, что недобросовестно выполняет, а, как я уже сказал, техники всего 95 единиц своей. Недостаточно этого? Привлеченной. Конечно, бывают экстремальные снегопады или там экстремальные погодные условия в виде ледного дождя, как вот было, например, в прошлом году, и в предыдущие периоды были такие моменты, когда был ледяной дождь. И, естественно, не хватает собственных сил, не хватает даже привлеченных сил. В этих экстремальных условиях бывает, что подрядчик нарушает регламентные сроки уборки. И, конечно, в эти моменты мы предъявляем штрафные санкции. То есть у нас есть пример этого. В прошлом году около три раза мы применяли штрафные санкции. Сумма штрафа, конечно, небольшая, 100 тысяч рублей всего, но это условия контракта. У нас сейчас действуют контракты типовые. Мы там уже штрафные санкции свои какие-то выдумывать не можем. Там есть определенные суммы в зависимости от размера контракта. В данном случае, что касается подрядной организации «Доракс», сумма штрафа составляет 100 тысяч рублей за одно нарушение. Uh-huh. Вот при случае выявления и актирования нарушения, значит, происходит наложение штрафных санкций. Эта проблема, получается, она уже давно выявлена. По санкциям все понятно. А вы другим путем как-то пытались решить эту проблему? Может быть, надо увеличить количество техники или нанять еще одну подрядную организацию? Да, проблема, как вы сказали, понятная. В первую очередь, нехватка дорожной техники, дорожно-уборочной техники. Значит, ежегодно бюджет города сейчас выделяет средства. В этом году приобретено 4 трактора. До этого приобретались коммунальные дорожные машины. Зимой еще появляются дополнительные дорожные знаки на дорогах. Людям они не всем нравятся, которые запрещают остановку. Объясните, для чего это необходимо? Да, ежегодно, в зависимости от разных годов, конечно, у нас было и до 700 знаков. В этом году мы выставляем 500 знаков. Это знаки, которые ограничивают остановку или стоянку на уличной дорожной сети для того, чтобы коммунальной технике можно было убирать эту территорию. Потому что, как я уже сказал, мы руководствуемся действиями ГОСТов. Транспорт зачастую стоит не только ночью, стоит постоянно. Кто-то даже на всю зиму ставит транспорт. И поэтому требуется эти места расчищать от техники и, значит, производить уборку в соответствии с требованиями ГОСТа. Да, наверное, это не очень удобно горожанам, но, к сожалению, это вынужденная мера. В противном случае мы просто не сможем там произвести уборку. Раньше это были знаки, которые
круглосуточно запрещали остановку и стоянку. Последние годы мы более дифференцированно подходим к этому вопросу. Значит, ставим либо время действия знака, допустим, в рабочее время, чтобы в вечернее время, когда горожане возвращаются домой, могли оставить свое транспортное средство на этой уличной дорожной сети, либо четные и нечетные числа применяем. То есть в четные числа, например, по одной стороне можно стоять, в нечетные по другой стороне. И таким образом позволяем, ну, мы можем регулировать, скажем так, местонахождение транспорта и хотя бы в один день в четный, например, почистить одну сторону, в нечетную другую сторону. Складирование снега – это еще одна городская проблема. Это не экологично. Планируется ли построить в городе снегоплавильный завод? Снег, он загрязненный. И, естественно, нужно специализированное оборудование, которое бы не только плавило этот снег, но и очищало. В настоящий момент проектируется снегоплавильная станция в городе Чебоксары. Она будет располагаться там же, где сейчас снежная свалка, на проспекте тракторостроителей. Планируем завершить проектирование в этом году и получить положительное заключение экспертизы в следующем. Значит, после чего будут определяться источники для строительства этой снегоплавильной станции. Вопрос это очень серьезный, вопрос это очень важный для города. Это, во-первых, и экологический вопрос, потому что все сточные воды после плавки снега будут очищаться на очистных сооружениях. За содержание дорог в Чебоксарах круглосуточно и круглогодично вот уже более 50 лет отвечает предприятие «Дорекс». Сейчас посмотрим, как они подготовились к работе в этом году. Владимир Анатольевич, можно ли сказать, что уже вы готовы к любым проявлениям погоды и ее последствиям? Но традиционно мы в текущем году провели смотр готовности зимней техники к эксплуатации дорог в зимний период нашего города в целом. С 20 октября мы перешли на круглосуточный режим работы всего предприятия. Хочу отметить, что на смотр техники мы показали спецтехнику в количестве 95 единиц. В том числе, получается, у нас по мехколонии у нас 53 единицы и автоколонии 42 единицы. Всего на предприятии у нас работают 139 единиц, но зимой будет задействовано 95 единиц в целом. Хотел бы отметить такую картину, что мы в этом году приобрели с помощью городской администрации по 5 единиц спецтехники. В текущий зимний период мы будем обслуживать порядка более 4 миллионов квадратных метров дорог, магистральных дорог, в том числе 2,9, получается, 2,9 миллионов квадратных метров – это у нас магистральные дороги центральных улиц. Более 700 тысяч квадратных метров – это у нас частный сектор. И порядка 500 тысяч дорог – это у нас не дорог, извиняюсь, а тротуарная часть нашего города в целом. Также хотел бы отметить, что у нас на обслуживании находится у нас 13 мостовых сооружений и 8 подземных переходов. И в целом у нас на сегодняшний день можно сказать, что готовность предприятия по всем этим нашим обслуживаниям площадей мы сегодня готовы полностью. Скажите, пожалуйста, сколько людей будет задействовано в содержании дорог и какие реагенты уже закуплены? В 2012 году у нас на нашем балансе, на нашем обслуживании находилось 2,6 миллионов квадратных метров дорог. В этом году, в текущем году, уже более 4 миллионов квадратных метров дорог. Я хотел бы отметить, что, в принципе, что ежегодно идет прирост, темп прироста в среднем на 300 тысяч квадратных метров дорог для обслуживания. Конечно же, мы максимально стараемся планировать закупку спецтехники и увеличивать штатную численность наших работников. На сегодняшний день хочу отметить, что у нас 380 человек работают в целом. И в зимний период, это вот уже сейчас мы, выходя на круглосуточный режим работы, уже подтягиваем шоферов, механизаторов для нашей спецтехники ночной работы в целом. На сегодняшний день полностью уже завезли, перемешали, произвели процесс перемешки. Это песчано-соляной смеси. На сегодняшний день полностью мы годовой план выполнили. Это подготовили 44 тысячи тонн песко-соляной смеси. 17% состава. Хотел бы отметить, параллельно мы еще приготовили уже в целом 300 тонн. Это Бионорда, химический реагент в целом, который будет использоваться максимально в центральной части нашего города. Это улица проспект Ленина, это улица Воробьевых, Президентский бульвар.
чтобы меньше было зимний период, в основном это, ну, такого жижи, грязи, мы, конечно, используем это Бионорд. Владимир Анатольевич, в этом году подготовка к содержанию дорог в осенне-зимний период чем-то отличалась от предыдущих лет? В этом году у нас увеличение произошло по дорожной сети на 260 тысяч квадратных метров. Это с учетом нового города, новой улицы, которую мы приняли с федеральной части дорог. Это, получается, сторона Новочебоксарска. Это дорога первой категории, которая на сегодняшний день полностью была передана городу Чебоксары и нам на обслуживание. Владимир Анатольевич, какие-то трудности возникают при уборке дорог в осенне-зимний период у вас? Очень часто бывает на магистральных дорогах оставляют или ночью, или днем возле больших центров магазинов большие фуры или там, допустим, грузовой транспорт. Прямо на магистральных дорогах оставляют на ночь. Конечно, это нам составляет большие трудности в целом. И мы уже, имея опыт работы, взаимодействия с ГИБДД Чувашской Республики, данные вопросы будем, конечно же, постараться создавать, выезжать на рейды и путем этих мероприятий минимизировать данные участки, количество участков, чтобы все-таки городские улицы были, по крайней мере, максимально обеспечены для эффективной и хорошей уборки в зимний период в целом. Ну, хотел бы отметить картину такую, что, конечно же, у нас еще каждый год идет увеличение, прирост, максимальный прирост интенсивности движения на наших улицах в целом и очень много количества машин. И вот я для себя хочу отметить, что, по крайней мере, для более эффективной работы у нас время на сегодняшний день есть только с 8 часов вечера до 7 утра. А в дневные часы везде, в основном, на всех улицах пробки. И, конечно же, для при выезде наших автоколонны, они выезжают не по одной единице, они выезжают колоннами, потому что без колонны не получится эффективной уборки улиц. Они должны по-любому выстроиться в колонну, получается. И в дневные часы, конечно, будет это немножко проблематично, потому что везде стоят на светофорах, везде много машин, и поэтому у нас идет, конечно, сужение количества часов для уборки эффективной работы. Но вся ночь – это получается как бы очень то время, где мы работаем максимально. Ночной период времени в целом. Спасибо, Владимир Анатольевич. Мы пожелаем вам ответственных водителей, которые не будут оставлять под специальными зимними знаками свои машины и возможностей для закупки новой техники. Спасибо большое. Спасибо. В осенне-зимний период жители столицы становятся свидетелями того, что какие-то участки территории не убираются. Снежные завалы мешают людям, машинам. Оказывается, все дело в том, что никто за них не хочет брать ответственность на себя. Какие-то частные предприятия сваливают ответственность на управляющие компании. Управляющие компании считают, что это предприятия должны убирать эту территорию. Как быть в таких ситуациях, разъяснит нам директор управления жилищным фондом города Чебоксары Андрей Шестаков. Андрей Владимирович, как быть в таких ситуациях, когда за территории для уборки никто на себя не берет ответственность, особенно в зимний период? Как таковой незакрепленных территорий, в принципе, их в городе почти нет. То есть каждая территория – это магистральные дороги, дворовые территории, внутриквартальные проезды имеют соответствующую службу, которая содержит, убирает снег, чистит, посыпает песчано-соляной смесью. То, что касается дворовых территорий, здесь, значит, ответственность она возлагается на управляющие компании, непосредственно которые обслуживают данный многоквартирный дом. У большинства управляющих компаний имеется в наличии своя техника, трактора для уборки снежных завалов. И для уборки тротуаров ручной труд – это рабочие по комплексной уборке. Всего по городу Чебоксары управляющими компаниями эта работа проводится силами почти 1500 рабочих. Вот. И, ну и техника у управляющей компании она тоже имеется. Она оснащена необходимым оборудованием для отслеживания места, территории, где работает в данный момент. То есть ГЛОНАСС-навигаторы позволяют отслеживать место работы, качество работы. Ну, вы в своей работе, Андрей Владимирович, встречались с такой ситуацией, когда вот за одну и ту же территорию ответственность вот предприятия, управляющей компании или еще какая-то третья сторона сваливают друг на друга? Вот вы в работе встречались с такой ситуацией? Ну,
понятно, такие ситуации они возникают, возникают. Как вы их решаете? Ну, я находим, общий язык находим со всеми службами, тремя администрациями районов. Заключены контракты на содержание незакрепленных территорий. Подрядные организации, значит, обслуживают незакрепленные территории, то есть территории, которые не относятся к территории многоквартирных домов. Вот, вот эти подрядчики занимаются. Угу. То есть это отдельная вообще структура, это и не управляющая компания, если никому территория не принадлежит. Да. Есть специальные организации, да, которые занимаются именно очисткой незакрепленных территорий. Да, совершенно верно. Ну, за что отвечают управляющие компании, в принципе, вы уже сказали. Это ответственность они несут за только чистоту во дворах многоквартирных домов. Да, по тем земельным участкам, которые, значит, закреплены за, в счет содержания этого многоквартирного дома. То есть это тротуары, проезды. Если эта территория именно для обслуживания многоквартирного дома, то ответственность несет управляющая компания. Смотрите, в зимний период они этот снег должны вывозить с территории многоквартирных домов? Как это организуется? Ну, смотрите, вывозить снег, значит, с дворовых территорий не всегда получается, конечно, поэтому у нас иногда и возникают эти завалы. Ну, работаем с управляющими компаниями, чтобы этот снег, он не мешал пешеходам, не мешал автолюбителям, ну и чтобы это все было опрятно и благоустроено. Если не вывозить, то складировать, да, как-то аккуратно утрамбовывать. Да. Угу. Хорошо, Андрей Владимирович, в прошлом году какие районы города лучше всего справлялись с уборкой территорий в осенне-зимний период? И что сделано в этом году для того, чтобы улучшить ситуацию? В принципе, все районы справляются с работой качественно, своевременно. Значит, здесь отстающих я бы не стал выделять. На должном уровне организована работа. Значит, в целях улучшения качества работы, понятно, это идет постоянное обновление техники, значит, закупается оборудование по очистке территории, это новые трактора. Управляющие компании, значит, приобретают специализированную технику. В основном это трактора МТЗ-82, вот именно этого класса. Значит, они приобретают за счет своих денег. Ну и в случаях крупных снегопадов они привлекают дополнительную технику, то есть со стороны еще привлекают. Районы города, управляющие компании готовы к зимнему содержанию. Здесь, я думаю, что проблем у нас таких глобальных не будет. Осенняя уборка чебоксарских дорог и дворов идет в непрерывном режиме. Техника готова выйти на расчистку при снегопадах и гололедице. От нас, от жителей, требуется совсем немного. Не оставлять машины в запрещенных местах, чтобы не мешать уборке. И тогда в городе станет чище и комфортнее. We'll be right back.